слава Вышнему Богу, и за мир, а в людях доброе благоволение. Воистину, мир, он хрупкий, но этот мир, он зависит от доброй, благой воли человека. И как важно нам сегодняшний день, который является нам действительно верою благочестия тайны, Бога воплощения, явление в мир Христа, обновиться в Его умолении, уничижении, в Его такой хрупкой любви ко всем грешным. Это пример для каждого из нас, для гордецов, всеславящих своими благами, своим положением в обществе. Это укор нам, которые действительно привязаны к материальному. А Господь, Господей, рождается в убогом вертепе, в нищете, в смирении, в уничижении. И тем самым поставляет нашу такую многопочтительность и являет нам свою любовь, потому что Господь не желает смерти грешника, но чтобы в разум истины каждый из нас пришел. В перспективе Боговоплощения мы с вами должны пройти это обожение. Ведь это только начало всех праздников. Праздник Рождества Христова – это метрополия всех праздников. Это зимняя Пасха. И потому, конечно, как от одного источника исходят все другие источники и реки, так и мы должны, конечно, получая в этом великом таинстве Боговоплощения божественную благодать, должны ее не расплескать, а стяжать и тем самым действительно принять обожение своей души, своего сердца и своих родных и близких, которых мы должны тоже нести этот праздник, эту любовь, эту радость. Христос рождается, славить Его. Христос в небесе, встречайте Его. Христос на земле, возноситесь, пойте Богу, вся земля. Сегодня ликует и небо, и земля. Сегодня и вертеп неба. Сегодня и Господь на престоле восседает в Пречистой Божьей Матери, чтобы каждому из нас, конечно, даровать свою любовь и благодать. А мы, в свою очередь, порадуем младенца, внесем ему наше покаяние, наше о грехах сокрушение, наше смирение и чистоту наших сердец. Знаете, как сказал Евгений Святополит, что как важно перехитрить Ирода, как волхвы его перехитрили. Ирод переводится как кожаный. Так вот, действительно, и мы должны перехитрить свою плоть, греховную плоть, тем самым приобщиться этого источника бессмертия, в убогом вертепе. Да, наш храм убогий вертеп, но это действительно храм. И в нем рождается Господь. И я хочу, чтобы и он родился в наших сердцах, в наших душах, в наших семьях. Тогда сильно будет мир на земле, если будет у нас благая, добрая воля. С праздником всех, дорогие мои. С причастием. Многое-многое всем блага лета. Простите меня. Я всех приглашаю также после креста на трапезу, скромную трапезу. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Просим небо исцеления души и тела, воознание всякого сопротивного, просвещение очень сердца моего, ее душевных моих ассимилирования постыдно, любовь ее всемира, то исполнение премудрости, соблюдение заповедей своих, переложение божественной твоей благодати, твоего царствия, присвоение к ним, да в отшествии твоей силы сохраняю твою благодать, поминаю всегда, и не к тому тебе живу, но тебе нашу благодать и благодетельность, и так у тебя